Источником электрической энергии в электрохимической цепи, содержащей два различных металла, служит свободная энергия химической реакции. Однако знание источника энергии еще не означает, что известен механизм возникновения разности потенциалов в такой цепи. При выяснении вопроса о механизме образования ЭДС в электрохимии возникли две проблемы. Проблема Вольта и проблема абсолютного скачка потенциала. Алессандро Вольта предполагал, что разность потенциалов на концах электрохимической цепи целиком сосредоточена на границе двух металлов. Это означает, что по теории Вольта поскольку точки А и Б расположены в пределах одной и той же фазы, то есть в воздухе у поверхности двух разных металлов, то вольтопотенциал доступен экспериментальному определению. Иногда вольтопотенциал на границе двух металлов называют контактной разностью потенциалов. Теория Вольта позволяла объяснить параллелизм между величинами вольтопотенциала и измерением ЭДС соответствующих электрохимических цепей при фиксированной концентрации потенциала определяющих ионов. С другой стороны, эта теория противоречила зависимости ЭДС от концентрации веществ, участвующих в электродных процессах. Таким образом, проблема Вольта ставит вопрос об истинной связи между вольтопотенциалом на границе двух металлов и разностью потенциалов соответствующей электрохимической цепи.